Здравствуйте, друзья! С вами Феликс. Сегодня у нас 20 декабря, и это, скорее всего, вообще-то точнее, последний обзор наших проектов в этом году. У всех на носу Новый год, так что следующий обзор будет в наступающем 2016 году. Итак, этот обзор давайте начнем с тех сайтов, которые, ну, скажем так, или соскамились, или стоят на пороге скама. Одним словом, с которыми в следующем году я распрощаюсь точно. Это первый из них — Pluton Books. В своих роликах я всегда показывал, вот где форум. Зайдя на форум любого сайта, если такой у него имеется, или на группу в Фейсбуке, всегда можно узнать последние новости, как он себя чувствует, данный проект, что с ним. И вот здесь вот Плутон не исключение. На форуме в отделе русский, в русскоязычном разделе, можно зайти и узнать, в принципе, что с этим сайтом все плачевно. Поэтому я его закрываю, особо не распространяясь. Кому нужны подробности, вот можно вот здесь посмотреть. Единственное, что хочу подчеркнуть еще раз, вот эта таблица, да, вот которую мы с вами вели. В конце она... Я почищаю вот эти вот все соскамившиеся проекты. И в следующем году их уже здесь не будет, потому что за ними уже дальше наблюдать смысла нету. Но в любом случае, тут у меня лично ноль. Единственная польза от рекламы. Ну, кто и вводил из вас какие-то деньги сюда, надеюсь, они были небольшие, потому что, ну, предупреждал всегда, что не надо вот в новые проекты вводить большие суммы. Аналогично Плутону еще один проект ISOOB, на котором тоже непонятно, что творится. В любом случае, здесь нету ни бонусных поинтов, ни за центы, да, вот платных объявлений уже довольно долгое время. Единственное, что вот я открыл вам последний мой сайт, который я тут рекламировал, всегда говорил, что этот именно сайт тоже использую только для рекламы, потому что здесь просмотр сайтов обязательный. И вот видите, это последний мой сайт из 50 положенных показов, 167 показов, так что в этом плане он был эффективен, и жаль, что с ним тоже придется расстаться. Реклама с него шла неплохая. Закрываем его тоже. Этот сайт Revshare Max очень удивительно себя повел с первых же дней. Ну и, кстати, сейчас не только сейчас, а уже давно админ рассылку делает буквально с первых же дней, что, мол, вкладывайте, чтобы получать доход. Ничего сюда вкладывать не надо. Абсолютно ничего, ни копейки. Начисления приостановились после того, как на группе в Фейсбуке поднялся шум и гам, что, мол, что это такое. Он начал по чуть-чуть начислять, но опять перестал. Так что сюда вкладывать ни копейки не надо. Скорее всего, этот сайт после Нового года тоже полностью соскамится уже окончательно. К чему я говорю? Вот давайте я его передвину в самый конец. Еще раз объясню про все эти сайты, ревшер-сайты, кто не знаком именно с принципом их работы. К нему вернусь в самом конце обзора и
еще раз подробно расскажу для тех, кто не знает. Еще раз говорю, может, многим это уже давно все известно, но для тех, кто не знает, их принцип покажу на примере еще одного давно состарившегося сайта. Это Adbrook. Сравнительный анализ такой небольшой сделаем и закончу на том обзор. Итак, следующий сайт у нас Traffic 8-Pack. У него показатели приличные были, но и сейчас неплохие. Но вот какая странность с этим сайтом. У меня в обзорах его не было, я просто показал его, чтобы регистрировались. Странность это в следующем. Ну, те сайты, которые я показываю вам и не показываю тоже, каждый день я за ними смотрю. И вот количество участников где-то 3-4 дня назад было, ну, 490. 490. Потом через день их резко количество участников 1300, потом 4000, и сегодня вот такая вот картина 5,6. Тем более этот сайт обещал начать работу 31 декабря в наш Новый год. Сейчас оказалось, что он резко заработал. Правда, здесь показано, ну вот есть уже рекламные баннеры, это, наверное, участников, тех, кто начал вводить сюда деньги. Кстати, вот этот сайт вот тоже скам. Вот тот же самый Adbrook, тоже соскамившийся сайт. Но реклама есть. Кто-то рекламирует, кто-то покупает рекламные пакеты и рекламирует. Я опять же своим партнерам не советую, по крайней мере, до Нового года сюда ни копейки вводить не надо. Здесь есть кликовые объявления. Сейчас зайду в аккаунт. Вот в этой вкладке кликовые объявления. Вот я по ним тоже покликал. Я присматриваю, ну, смотрю за ним, как он работает, что. Ну, вроде работает сайт. Вот они, просмотренные объявления, но это не знаю. Пока что сюда вкладывать тоже не надо. Не надо вкладывать. Давайте подождем, пусть более такая конкретная информация о нем как будет. Я вам скажу, вот партнеры у меня тут 13 человек. Ребята и девчата, не вводите сюда пока денег. Сайт, еще раз говорю, по всем показателям он приличный. Но вот эта странность, ее надо для себя уяснить, а потом уже только сюда заводить минимальные суммы. Его тоже закрываю. Следующее чудо у нас вот этот Advertiser Junction. Ну, не знаю, тут идут начисления, идут просмотры, идет реклама. Вот они там на балансе у меня там 3 с чем-то. Я тут и перепокупал пакеты. Как все это делать, как выставлять рекламные баннеры и перепокупать пакеты, у меня есть в роликах на сайте. Посмотрите. Но опять же, сюда вкладывать не надо. Только как рекламный сайт. Как рекламный сайт. Возможно, и в него, поскольку... Ну как, я вас сюда пригласил, после Нового года сделаю вывод, попробую что-нибудь вывести, если заплатит, вы будете знать, и только после этого уже сами решаете. Мне заплатят, захотите вы тоже, сделайте так же. Нет, будем хотя бы знать, да? Так, и его тоже закрываем. Следующий сайт у нас Traffic Wages. Очень мощный сайт по своему скрипту, по своей навороченности, по кабинету, но очень вялый по заработкам. Тут заработков нету. Тут максимальные заработки, которыми хвастается админ, не знаю, показывает 8 центов, 5 центов. Идут какие-то выплаты. Вот кто-то $10 заработал, скорее всего, это реферальные отчисления.
Но опять же, сайт, участники увеличиваются. С прошлого обзора, если мне не изменяет память, там где-то 1009 их было. Сейчас 2 с лишним тысячи добавилось. Ну, есть приток людей, но рекламы сторонней нету. А сторонняя реклама — это основа жизни вот таких сайтов. Сторонняя, за которую заплатили, только не в пакетах их купили, вот эту рекламу, а заплатили деньги. Такой рекламы здесь не наблюдается. Его тоже оставляем про запас, после Нового года, да, скажем так. У этого сайта Eden Traffic вроде все утряслось, проверки PayPal прошли, 2 даже проверки. Все нормально, клики есть, клики тут, изменение какое, вот раньше вот эти вот View Advertisement были платные, они сейчас бесплатные, просто серфим для того, чтобы получать начисления на свои пакеты. Есть тут, меня выкинуло с кабинета сейчас, минуточку, есть тут платные объявления, но их очень мало, их 2-3 штуки в лучшем случае, и их ценность тоже маленькая. До сих пор Пайза еще не работает на этом сайте, поэтому я не могу завести сюда, купить хотя бы минимальные пакеты. По пакетам, как идут начисления, что с ними, сказать не могу. PayPal у меня не работает. В моей стране PayPal не работает. Но этот сайт в меня внушает уверенность, доверие есть к ним. Закрываем его тоже. Следующая очередь за этой пятеркой сайтов от Кумула, там Traffic Quick и так далее. По ним у меня на прошедшей неделе вводов-выводов не было никаких. Денег сюда не заводилось, не выводилось, ничего. Вот здесь по нулям все. Поэтому здесь все по-старому. Выводы старые были, платят сайты. Но на них хочу показать. Вот надо, кстати, квалификацию пройти. Ну, пройдем, ничего страшного. Что хотел бы показать? Вот смотрите, у одного из моих партнеров вот эта надпись, вот это. Апгрейдите аффилиат статус. И он апгрейдил его. Вызвало, ну, непонимание. К сожалению, он апгрейдил его и только после этого связался со мной, сказал, что вот так и так. Я произвел апгрейд аффилиат статуса, а ему не надо было этого делать. Во всех своих роликах про эти сайты, вот Traffic Quick, там AdRedBurst и так далее, да, вот эти 5 сайтов, я специально вот с этой кнопки ничего не делал и не останавливался на ней. Просто показывал, вот как покупать пакеты, как выводить деньги и как с баланса на баланс переводить. То есть на нее не обращал внимания, где-то специально для того, чтобы. Что это значит? Вот сейчас мне придется объяснять, для чего, что, о чем эта кнопка. И почему я на ней не останавливался. Это увеличение аффилированного статуса, да, то есть рекламных, реферальных отчислений. Что она предполагает? Вот если мы пройдем по вот этот Traffic Quick, вот по вкладке аффилиат, вот здесь внизу, вот это про пакеты, вот сколько, какой пакет, а вот здесь вот статусы, вот уровень участников. Эти статусы купить нельзя. Их не покупаешь. Вот тут ты на свободном аккаунте, да, триал, ну, испытательном. Здесь у тебя бронза, здесь у тебя сильвер и так далее, по восходящей.
Что эти статусы дают? Сначала об этом. Вот, допустим, ежедневные начисления, там 1 цент или в час 1 цент начисляется. Если у тебя бронза, это надо купить внешний пакет, да, с внешнего процессора еще один пакет купить, то начисления умножаются на 2. Они умножаются на 2 в час, потому что здесь в час начисления. То есть удваивается количество начислений, но не удваивается сумма. Просто в час больше начисляется. То есть пакет оборачивается быстрее. На статусе Silver вот это коэффициент, так называемый коэффициент. На статусе Silver там 2,2 и так увеличивается. Плюс к этому, ну, matching бонус, это опять же увеличение начислений. Я в эти дерьми не заходил. Почему? Почему? Потому что вот сейчас вот, допустим, вот это вот AdRefBurs с этой вкладки аффилиат, моя команда, и я всю команду вплоть до 4 уровня, если есть и 5, вот с этой вкладки вижу. И я вижу, что у меня в команде, то есть я сказал, да, что вот эти статусы, их купить нельзя. А с чего они даются? Да? С чего они даются, не сказал. Вот смотрите, бронзовый статус вам дается, если у вас есть пакет. Или ускоритель. Вы купили пакет или ускоритель. Эти ускорители вообще не нужны. Ускорители не нужны. Это лишняя трата денег. Поэтому я сюда не заходил и не рассказывал про них. Silver статус, который у меня и на Traffic Quick, и на AdRefBurs, он дается, если у вас в партнерах есть 3 бронзовых реферала. То есть 3 реферала, которые купили пакет или купили вот этот бустер. А теперь переходим вот сюда, в мою структуру, да, на этом сайте или на том, разницы нету. Просто я на 2 сайтах показываю, чтобы удобнее было объяснять. Вот смотрите, вот здесь я всех, вот моя команда, и я вижу, какое состояние, в каком положении участники моей команды. Я тут все вижу вплоть до 4 колена, да, вот так скажу. 4, 5, не знаю, сколько тут открывает. Вон, до 5 уровня. Все вижу. С 5 уровнем мне делать нечего. В принципе, и со 2 тоже нечего. Ну, можно подсказать, если что. Но вот по 1 уровню вы видели, что вот у этого моего партнера, вот здесь вот, вот эта графа, у всех моих партнеров мне видно, сколько у них рефералов. Сколько у них прямых рефералов. Вот у этого партнера 5 прямых рефералов. Но из этих 5 рефералов у него всего 2 оплатили пакет. Всего 2 оплатили пакет. То есть он вот на бронзовом статусе, вот и здесь видно, что у него статус бронза. То есть для того, чтобы вот если у него еще один участник купит проект, это пакет, вот из этих 5 приглашенных, у него будет Silver, и ежедневные начисления у него увеличатся. Не общий пакет будет приносить больше, а просто начисление увеличится. И это будет у него в течение месяца. И по окончании месяца, только вот он месяц будет на статусе Silver, у него будет вот этот коэффициент 2,2 ежедневных начислений. И только по истечении месяца он здесь должен апгрейдить свой статус, вот этот аффилиат статус, чтобы коэффициент ежедневных начислений оставался 2,2. То есть он просто заплатит $5, ну здесь $5 на этом сайте. И с этих $5 он только ускорит свои начисления. Он с них прибыли иметь не будет. Вот почему я и... Вот смотрите, ну нету ни у кого. Вот Славка Васич, он славянин или... Ну не знаю.
наш человек тоже, так можно сказать. Ну, вот смотрите, двоих он пригласил, и никто не купил пакет. А остальные, у остальных вообще нету партнеров, рефералов нету. Здесь где-то, ну вот, смотрите, вот человек, да, Чаштан Пойнтер, Пойриер, ну, в принципе, в третьем уровне. Вот у него три проплаченных реферала. Три реферала из 17 приглашенных, которые купили пакеты. Но он сам на статусе прохожий, он тоже неактивный. Ну, в любом случае, вот ему, вот по внутренней почте, вот его пригласитель, вот видно, кто его пригласил, должен написать, что, ну, дорогой, у тебя вот три человека, и ты вот теряешь скорости. Если хочешь, купи там этот самый аффилиат статус, продли свой, или он, ну, нельзя вот так, да, работать. Вот в чем причина, что в эти дерби я не залазил, ребята, ну, нету у меня, к сожалению, нету в команде товарищей, друзей, партнеров, у которых хотя бы трое, вот хотя бы трое, купили пакет. Все работают на бесплатном статусе, никто не заводит деньги. Ну, естественно, ну что я буду там тревожить, мол, покупай статус и так далее. А вот то, что не сказал, что не надо, вот эту кнопку не надо нажимать, ну не сказал. Я вообще за нее, вот за нее молчал, но думал, ну вряд ли кто-нибудь. А оказалось, нет, не вряд ли. Вот, пожалуйста, ну все, да, по этим сайтам. Вот здесь вкладки аффилиат можно увидеть. Ну, поскольку команды ни у кого не выстраиваются, и причем на всех сайтах давался бонус, и все равно к людям не пошли его. Возможно, вы рекламировали там в соцсетях и так далее, по всяким каналам, но у вас и рефералов у большинства, да, скажем так, нету. Вот по нулям один. Может, а тех, кто оплатил и купил пакет, вообще, ну, нету. Три человека, вот, допустим, на Адриаберсте, в первой линии у меня всего лишь три партнера, у которых партнеры купили пакет. Вот такая картина. Поэтому я и не говорил о том, не слишком не акцентировал внимание вот на этой кнопке, чтобы вы про нее вообще забыли. Или хотя бы, если уже хотите, заранее там ВКонтакт или на Facebook, куда угодно, там на почту, по внутренней почте сайта написали, я бы вам сказал, что не трогайте ее, вам не надо, у вас нету рефералов. Так, и эти вот три сайта с объяснениями закрываем. И опять же о рефералах, да, о партнерах. На одном из этих сайтов AdSpy Pro я просил, ребята, кто не будет работать, кто не будет там хотя бы перепокупать пакет, не надо регистрироваться. И в одном из роликов я показывал, что с этой вот вкладки на именно конкретном этом сайте проводится конкурс рефералов, и с этого сайта было сообщение, то что те, кто не будут работать, да, не будут перепокупать пакет с ихних же денег, то есть они просили делать перепокупку. Для чего делается этот шаг в таких проектах? Вот, допустим, админ этого сайта там предлагает, чтобы вот на этом, на его ресурсе разместили стороннюю рекламу, из которой, вот из дохода этой рекламы, он и делится с нами. И он, ну, должен сказать, вот, допустим, у меня 5000 участников, давайте вот ваши сайты будут они смотреть. И только в этом случае они закажут там, могут взять сторонний заказ, так сказать. А когда из этих 5000 участников, я вам там приводил пример, один наш, точнее двое наших, 2000
участников пригласили, но это смотрят. Тот, кто платит, он за всем этим наблюдает. Ну да, у тебя тут нарисовано 5000, но из этих 5000 сколько живые, а сколько мертвые души. И в этом случае не идет сюда реклама, и нам никто ничего не сможет заплатить. И в том списке, в котором я вам показывал, он приблизительно вот так выглядел, я не опустился до самого низа. Мы с нашей командой были тут вот шестым и снизу. И постоянно шла борьба. Пятые и шестые, да, вот на таком месте. Я хотел, чтобы, как сказать, просто призывал активировать свои пакеты. Не для того, чтобы я вот на сегодняшний день здесь оказался пятым по количеству активных рефералов, а для того, чтобы, ну, просто, ребята, работайте. Но на сегодня, вот как мы видим, здесь я пятый, этот призовой фонд в $1500 распределится следующим образом: на первом месте $500, на втором 300, на третьем 150, на четвертом $100 получат вот эти 4 участника. И следующие до конца, вот эти 20 участников, начиная с $50 до $25. Ну, поскольку среди остальных мы с нашей командой на первом месте, вот здесь вот написано, что это будут пакеты. То есть деньгами не на баланс это ляжет, а на пакеты. Ну, посмотрим, когда админ выплатит эти пакеты. На этих сайтах предусмотрена система, чтобы, ну, я могу купить пакет своему партнеру. И вот мы вместе с вами через какой-нибудь канал общения, ну, решим, как поступить с этими деньгами, потому что это не мои деньги, в принципе, 50 эти долларов, а это наши деньги. И мы с вами или там по два пакета активным будем прокупать вот этим 9 участникам, или, ну, что-нибудь с ними сделаем, да, как решим. Деньги это не такие уж большие, но с ними все равно надо поступить по справедливости. Вот это Ануш Бабаян, да, помните? Она была на втором месте. Вот Антон Михальченко, он был на первом месте. У него 1000 с чем-то человек было приглашено. А в итоге только 5 человек только работают. Вот эти вещи, они мешают всем. Такие вот. Они мешают и админу. Он не может сюда привлечь нормальную рекламу. И, ну, на наши заработки тоже это действует. И вот это вот мой аккаунт в этом сайте. Вот видите, это просто вот то, что на пакеты накапало. Это на репуше с балансе. И на этих пакетах у меня тоже 20. Это перекупленные мной. Так что пока что ничего с этого сайта, ну, этого приза я не получал. Как только получу, мы с вами и решим, как с ним поступить. И с этим сайтом тоже все. На этой неделе у меня появился старичок, но он именно в моей обойме. Это новый сайт My Paying Gods, за которым довольно-таки долгое время я наблюдаю, несколько месяцев. И извиняюсь. И он работает стабильно по своему намеченному маркетингу. Поэтому я решил сюда войти. Решил сразу там не раскачиваться, а 20 пакетов купил. Подробности, как тут и что по планам, есть в нескольких роликах на моем канале.
Единственное, что хочу вот сказать, здесь 15 декабря вот я зарегистрировался, сегодня 20, за 5 дней 15% на пакеты накапало, то есть 3% в день капает. Дальнейшие расчеты, ну, думаю, несложно, там через месяц они выйдет все тут по нулям и начнется чистый заработок. Если учесть, что тут перепокупку можно делать, вот два пакета я перекупил, могу еще два пакета вот сложить эти два баланса и купить. Здесь идет опять же заработок по нарастающей, но даже без этого 3% в день, по-моему, это неплохо. 3% это возврат вместе с телом вклада. У меня здесь, еще раз говорю, $20 вложено. 4 партнера, двое из которых оплатили по пакету, вот они начисления комиссионные. Двое на свободном статусе, здесь и на свободном статусе через эту вкладочку можно кликать. Ну, тут заработки, скажу, небольшие. Вот это Air Money, через нее можно кликать, тысячная цента. Все новости, любые оперативные новости именно в начале кабинета каждый день выкладываются, все что надо по новостям можете, вот как увидели, сменилось, да, тут на вот это переведите через переводчик, прочитайте, узнаете. Ну, отлично работает админ, не говоря о том, что на Фейсбуке в группе он постоянно почти есть. Только надо учесть разницу, что он живет на Филиппинах, мы в европейской части планеты. Ну, у нас часовые пояса разные, так что он может быть не столь оперативен, да, на данный момент, если вы запрос ему сделаете. И по количеству участников. Вот за 5 дней я был 102-тысячным, ну, будем так говорить. Сегодня здесь уже 100, почти 7 тысяч. 5 тысяч. 1000 человек в день сюда набирается. По 1000 человек в день сюда набирается. Этот сайт всесезонный. Тут основная масса участников из Индии, для которых наш Новый год — это не Новый год. И они тут работают. В общем, сайт работает без остановки. Потом будет их Новый год, у нас будет рабочая пора. И на этом сайте тоже все. Следующий сайт — это Easy Hit for You. Что я тут хотел показать? Этот сайт для заработка без вложений. Он здесь у нас начал фигурировать с прошлого обзора. Вот он. Здесь тоже вводов-выводов. Ну, вводов тут вообще не было и не будет на этот сайт. Тут не надо денег вводить. Единственное, что вот с этой вкладки, вот статистика. Когда я начал про этот сайт рассказывать, если кто помнит, у меня там центов 60 было, сейчас их 77. Но на вывод, вот с кликом вот по этой вкладки, вот у меня тут стоит 3, ну, 40, будем говорить, на пайзу. 15 декабря здесь вывод 5 рабочих дней. Ну, выведется он, сколько выводов было. Сайт выплачивает. Так что вот эта своеобразная копилка тоже работает. Обратите на нее внимание, особенно для тех, кто хочет без вложений минимальные там какие-нибудь деньги заработать для интернета и делать рекламу своих сайтов. Об этом сайте тоже есть ролики на канале. Так, и теперь, да, теперь вот перейдем обратно вот к этому RevShare Max. Вот когда мы здесь регистрировались и на всех подобных сайтах, да, там есть вот такая, поставьте птичку, что вы согласны с условиями и там и т.д. и регистрация пошла. Что тут в условиях? Эти сайты, вот эти
разделение доходов. Они нам продают рекламные пакеты, они не гарантируют. Все сайты, все абсолютно все вот сайты этих категорий, они не гарантируют, что у нас будет заработок вот этот по 30%, 50, 60, 80, кто сколько, кто во что гораздо, да? Они нам гарантируют рекламные пакеты, показывая показы наших там баннеров, показы наших сайтов и так далее. Единственное, вот когда я и другие, ну, блогеры, видеоблогеры, когда подчеркивают PayPal и Paizo, эти две платежки, это говорит о чем? Вот если у вас тут куплены пакеты, и этот сайт соскамился в том плане, что его вообще не будет вот в природе, да, существовать, вы эти купленные, вложенные деньги, на которые купили пакеты, вы можете затребовать обратно с этих платежек. Но когда сайт вот в таком состоянии, как этот AdBrook, в котором у меня на $300 пакеты, здесь начисления идут, да, по 1% в день. Идут начисления. Иду, вот столько у меня показов, баннерных кредитов. Ну, я с него вывел то, что вложил, и с плюсом вывел. Но вот сайт сейчас в таком состоянии. И никакой, никто, даже если бы у меня здесь были вложены деньги какие-нибудь, да, единственное, вот сейчас у меня здесь тоже спайзы были, был ввод. Вот если бы я не полностью вывел свои деньги отсюда, и у меня на балансе на вывод вот есть $37, ну там как-то он распределяется, $20, да? Ну, неважно. В общем, я поставил на вывод, сайт мне не заплатил, и я могу только запросить те деньги спайзы, которые я сюда вложил. Все. Но поскольку вложенное я отсюда уже вывел, извини, подвинься. Все. Ты свои деньги отсюда вывел. Точно так же, вот смотрите, вот по проценту идут начисления и все такое. Те, кто в свои вложенные деньги вывел, они отсюда ни копейки больше не получат. Не знаю, что этот админ должен быть волшебником, чтобы снова возродить этот сайт. Но по, как сказать, по большому счету никто ничего отсюда не получит. Да, есть тут какие-то выводы рисуются, не знаю, платятся, не платятся. Вот на Solid Trust Pay, по-моему, он выплачивает. Да, вот. Рисуется, что выплачивает. А выплачивает или нет, это мне лично неизвестно и неинтересно. Потому что я знаю, что с него ничего не получу. Точно так же и вот здесь. Если вы купите рекламный пакет, вот к чему нас постоянно подталкивает вот этот админ. Купим рекламный пакет. Вот будет он держать вот так, в таком состоянии свой сайт. И никакой PayPal, никто вам денег не вернет. Вы купили показ своей рекламы. Вот там показывается ваша реклама. Другое дело, если вот сейчас минуточку, да, подождите, еще хорошо, что вспомнил, где этот сайт, найти бы его. Тут вот здесь. Вот сейчас объясню, расскажу про этому сайту. Вот этот сайт, вот где он, вот этот. Где он? Тут реклама на него идет. А вот этот. Вот этот. Давайте сейчас его откроем. Вот этот сайт скам. E-Pay-Ref. Он соскамился в каком плане? Один, ну, человек, я знаю. Он здесь купил пакеты на... Ой, чтобы не соврать, ну, в общем, купил прилично пакетов, и ему быстренько начислилась минималка на вывод. Он поставил на вывод через PayPal. Поставил на вывод, ему не платят. Он эти деньги вернул. Он написал в PayPal, PayPal ему деньги вернул. Потому что у него конкретно факт, видите, PayPal уже нету здесь. Счет прикрыли и все.
Но здесь был PayPal. Ему вернули эти деньги и счет заморозили. Вот как это происходит. А если вы купили там пакеты, которые пока что вам не принесли минималку на вывод, или только до того, как есть у вас минималка на вывод, уже PayPal отсюда снялся, ну это уже головная боль, я не знаю какая. Вот весь механизм. А он рекламируется здесь. Вот этот AdBrook тоже рекламируется на этом сайте. Вот он. Но это скамы. Это скамы. Вот реклама идет. Кто-то сюда зашел в эти сайты, он еще, допустим, и не знает, что в этих сайтах болото. Вот как это происходит. А то, что вы здесь купили пакет, это не гарантия. И здесь есть PayPal, это не гарантия, что вы заработаете. Это, ну, максимум гарантия того, что ваши, то, что есть в рекламных пакетах, они вам будут отрабатывать. Вот я сейчас могу вот здесь купить, там не купить, а что мне здесь покупать в этом AdBrook? У меня тут уже все куплено и перекуплено. Где это? Давно сюда не заходил, даже не знаю, забыл, куда, где что тыкать. Ну там вы видели, да, у меня там это сотнями тысяч показов и все такое прочее. Я могу выставить свою рекламу, и пусть она идет. Вот и все, что этот сайт мне обязан. Все, и если я там напишу там верните мне деньги, мне никто ничего не вернет. Мне никто ничего не вернет. Ладно, не будем уже. Так что вот в этот сайт не надо ни копейки не вкладывайте. Ни копейки. Начисления не идут. Админ пишет, мол, те, кто не купят, я удалю аккаунт. Да удаляй на здоровье, что только ты один, что ли, в интернете. Не надо сюда ничего вводить, ребята и девчата. Начисления не идут. Ну ты хоть дай людям перепокупать пакеты. Хоть дай людям, ну я могу перекупить, но это ж один раз перекупил и все. Вот такие пироги. А так вот с этого сайта я говорю, вот это то же самое. Вот $300 вложено, там 30 активных пакетов. Вот они. Кредиты на сайт, кредиты на баннер. Пожалуйста, выставляй, пусть смотрят. И никто ничего отсюда не сможет вернуть. Никто ничего. Вот так вот с этими сайтами. Итак, на этом обзор этой недели заканчиваю. Ролики будут до Нового года. Особенно есть один проект, которого я очень ждал. И полтора года ждал, вот скажу вам честно. И сейчас появляется возможность в нем работать. Он выходит на наш рынок, на рынок русскоговорящий. И есть очень, ну, ряд вопросов, которые я для себя хочу уточнить. И только после этого войти и представить его вам. Сейчас некоторые подробности выясняют мои родственники в Штатах. Фирма американская, существует уже более 2 лет. Очень удачливо, очень выгодная. Ну, у них там сейчас тоже Новый год, им тоже не до этого. Но надеюсь, что да, после нашего Нового года у меня будет более конкретная информация по этому проекту. И я представлю его вам. Сейчас он есть в интернете. Наверное, многие из вас сталкивались с ним. Но я о нем сейчас говорить не буду. Подчищу вот это все. И с Нового года то, что у нас будет. Вот в MyPayingGods я написал минус 20 и плюс 10. Да, будем так считать. Зайдем в Новый год. На этом все.
Всем удачи, всем пока. С вами был Феликс.